Дань, вот прошел целый год, и я хотел тебя узнать. Что? Как бы все становятся старше и... Ну? Вообще, как у тебя дела и... Что изменилось в твоей жизни? Вот. А, ну слушай. Мне 21, нихуя не поменялось. Добиваться для лохов — это мой жанр. Нихуя не делал целый год, но собирался. В 21, умок, а 15. Клава, мышка, все заляпана тишка. Погружаюсь в онлайн, там ведь ничего не смотрят. Пятый день в сети, уже закипает мозг. В моих жилах мемы, это передоз. Мой смысл жизни — мемы, мемы. Отныне мемы, мемы. Все так же мемы, мемы. Еще раз мемы, мемы. Мой смысл жизни — мемы, мемы. Отныне мемы, мемы. Все так же мемы, мемы. Я не потел над этим клипом. Заниматься, добиваться — классные рифмы. От здравого смысла хожу налево. Я, сука, бах, мои треки про мемы. Вау, это Руслан и Даня. Кто бы что ни говорил, мы всегда в ударе. Ой, точно, это же трек про мемы. Можно не стараться, даже рифм придумать не буду. Навык лег, это мой конек. Вам не плюхи, фрейкин бог. Нам похуй читать, ведь песни про мемы. Твоя телка, слышав это, слушай тебя пена. Я кладу мем на мем и ищу сверху мем. Так будет веселее, моя жизнь тлен. Пацаны в слэм, мы тяжелее, чем глэм. Ну и кто вам показал этот жесткий мем? Мой смысл жизни — мемы, мемы. А ты не мемы, мемы. Все так же мемы, мемы. Еще раз мемы, мемы. Мой смысл жизни — мемы, мемы. А ты не мемы, мемы. Все так же мемы, мемы. Мой смысл жизни.